Когда человек появляется на свет, то полноправным гражданином своей страны он становится только после получения свидетельства о рождении. Да и браки, даже если они и заключаются на небесах, то официальными становятся только после записи акта регистрации. Одним словом, мимо ЗАГСа в своей жизни не проходит ни один человек. И неспроста я заговорила на эту тему. Сегодня я хочу познакомить вас с удивительной женщиной, которая 15 лет своей жизни посвятила служению народу и являлась сотрудником ЗАГСа – Фатимой Зауровной Салпагаровой. Фатима Зауровна умеет вдохновлять и добиваться результатов, а творческие порывы преобразовывать в рабочие форматы. Ей посчастливилось побывать в красочной, солнечной и жизнерадостной Кубе и влюбиться в нее – прикоснуться к культуре зарубежных стран. А еще она превосходно готовит и уже не представляет своей жизни без студентов. Да-да, вы не ослышались. Фатима Зауровна также много лет проработала в образовательных учреждениях. Как она это все успевает? И почему судьба вернула ее обратно на родину? Мы узнаем прямо сейчас. Фатима Зауровна, спасибо огромное, что нашли времечко в своем плотном графике для нас. Ну, конечно же, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день вы работаете в ОНФ. Вы не ушли далеко от своей профессии. Ну вот на сегодняшний день я работаю в ОНФ. Такая работа вне работы, да? Я по вопросам жителей Карачаево-Черкесской Республики, которые касаются работы органов ЗАГС. Да, я работаю в этой области тесно. А вообще сейчас, в данный момент, я работаю в колледже. В колледже МОКСУ. Преподаю английский и латинский языки студентам. Но сейчас, наверное, с нынешним поколением сложновато, тем более, когда очень много студентов, которые выбирают английский язык. Есть ли у нас активисты в сторону латинского? Конечно, есть, потому что есть фармацевты, для которых это их хлеб. Им нужно знать латинский язык, иначе просто в фармации работать нельзя. Они должны уметь читать рецепты, переводить их, искать лекарства, знать все названия латинские. Поэтому хотят или не хотят, они должны изучать латинский язык. Ну, вы знаете, смотрю на вас, на вашу улыбку, я думаю, все прям спешат на ваши часы и с удовольствием проводят их. Ну, это надо спросить у студентов, конечно, лучше спросить. А так, вот говорят, что нынешнее поколение как бы сложное или что-то. Мне кажется, такие хорошие все дети. Сложных детей очень мало. Да, есть, не без этого, но их очень мало. Основная масса – это очень хорошие, открытые, чудесные дети, с которыми просто надо так же открыто и хорошо себя вести. И находить контакт, и все. Да, вот это верные слова хорошего преподавателя. Потому что многим легче сказать, он трудный ребенок, мне с ним тяжело. Но самое главное, это расположить ребенка к себе. Да, да. И я уверена, что у вас это получается. Ну, вроде бы да. Вроде Отлично. Получается. Но к этой профессии мы еще вернемся. Давайте вспомним ваше детство. Я родилась в Черкесске. Давно, в 59-м году, и ходила там в третью школу, сначала в детский сад, все было ведь расписано, это был Советский Союз, всего 2 месяца давали на декрет родителям, через 2 месяца мама вышла на работу, и мне надо было идти в садик.
И вот садик, потом школа, третья школа города Черкесска. Там я училась до 7 класса. А потом нам дали квартиру, мы переехали в район Пештера. Тогда это был новый район, там было несколько всего домов. Вот, и я перешла в новую, только что отстроенную 15-ю школу. И заканчивала уже школу там. Училась всегда хорошо, потому что семья была такая, ну, как бы сказать, семья была интеллигентная. Дедушка у нас требовал от нас только одного – хорошей учебы. И училась, комплекс отличницы был, не дай бог получить 4, это была трагедия. Хорошо училась, нравилось учиться. Была председателем совета дружины тогда. Это такая большая должность была в пионерии, знаете. Угу. Совета дружины школы, всей школы. Потом перешла в 15-ю школу. И там работала в комитете комсомола тоже. Вот как-то общественная деятельность у меня была. И учеба очень хорошая. Все было легко и хорошо. Не знаю. Принимала участие во всех мероприятиях. Пела, танцевала, не знаю. Все что угодно. Вот как раз я хотела спросить, вы, наверное, были активным ребенком? Я была очень активна, да. Ну, тогда все дети были такие. Мы посещали Дом пионеров, каждый ходил или в художку, или в музыкальную, или вот я ходила на вокал, на танцы и в туристический. Вот три секции эти я посещала. Ну, не знаю, все дети были так развиты, все были содействованы. Так что я не отличалась, наверное, от большинства. Ваш любимый предмет в школе? Английский язык. В 4 классе к нам пришла Елена Николаевна Сапега. Красивая, молодая блондинка с ямочками на щеках. Такая приятная. И так хорошо преподавала английский язык. Я получала 5 на каждом занятии. Я просто ее обожала. Она для меня была, ну как, эталон, да? И я подумала, я буду как она. Это я подумала в 4 классе. Ну, так и получилось. Когда я окончила школу и стал выбор профессии, папа хотел, чтобы я поступила в медицинский в Ставрополь. Я сказала, нет, я в Пятигорск. Он сказал, ты знаешь, что ты будешь учителем? Я говорю, я хочу знать языки. Я не думала об учительстве, если честно. Я просто хотела знать языки. Поступила и тоже очень хорошо училась, без 4. У меня не было ни одной 4. Вот этот комплекс отличницы. Ночами учила, зубрила. Сейчас я понимаю, что, наверное, так и не надо было заниматься. Но если бы заново, наверное, я бы опять так училась. Не знаю, это, наверное, характер. Это да, наверное, все-таки внутри сидит. Да. Потому что если нет, то это никак не заставит человека этим заниматься. Университет был очень хороший. Я не знаю, как сейчас, там я давно не была в Пятигорске. Говорят, это уже не тот вуз. Но когда я там училась, там были такие преподаватели, там были такие профессора. Вообще преподавательский состав был очень хороший, и вуз считался 3-м в стране. Это было неплохо. Очень сложно было учиться, но интересно. Преподаватели были шикарные просто. У нас вели испанцы, испанский язык, например, да, носители языка. Ну, это было очень интересно, очень хорошо. Вообще у каждого человека студенческие годы, они обычно бывают самыми яркими. И в вашем случае вы смогли уехать, вам разрешили. Но были ли сложности, что не только что будешь учителем, но и жить вдалеке? Ну да, это тоже такая история была, когда вообще я поступила уже с английским языком, поступила на испанский. Почему на испанский? Я помню, когда я поступала, у меня спросили, почему вы выбираете испанский факультет? Я сказала, я посмотрела фильм «Пусть говорят», и там Рафаэль так пел на испанском языке, что я влюбилась в этот язык. Я действительно поступила, ну, не зная, да, этого языка абсолютно. И на втором курсе, нет, на третьем курсе уже мне предложили работать в Невинномысске. Там приезжали иностранцы на завод «Азот». Угу. И они там проходили какой-то инструктаж, практику. И вот я переводчиком с ними работала полгода там, на этом заводе.
боялась ужасно, потому что студентка третьего курса, я еще говорила, может, не я, у меня же это есть же дети, которые с испанским поступали, а я, ну, послали. Ну, отработала хорошо, это для меня была практика очень хорошая, языковая. А потом на четвертом курсе мне предложили ехать за границу, работать переводчиком. Я сразу сказала, что мне не разрешат дома. Это не такая семья, меня не пустят. У нас нельзя так делать. Но декан Красницкий, такой хороший был человек, он мне сказал: «Фатим, ты оформляйся потихоньку, а там потом видно будет. Ничего дома не говори, оформляйся». И я вот ничего дома не говорила, оформлялась. Ну, там очень много документов, анкет, все. Это 81 год. Это еще железный занавес, никого никуда, никто не ездит, да. И я думаю, ну все равно ж меня не пропустят по графе национальность. Мне так и сказали в Москве, когда было собеседование. Мне сказали, вы, наверное, не пройдете, так как вы дочь репрессированного народа. Ну, я сказала, ну не пройду, так не пройду, пройду, так получится. Ну и, в общем-то, я как-то не ожидала, уже потом вдруг пришел вызов на экзамен. Экзамен мы сдавали в Совете экономической взаимопомощи в Москве. Там есть международный отдел, туда едешь, и там сдаешь экзамены по языку. И там собеседование тоже с тобой проводят. Сдала я экзамен, результат сразу не говорят. Переживала очень сильно. Сдавала я, еще один молодой мальчик из Кишинева сдавал португальский, а я испанский. Ну, в общем, приехала и думаю, наверное, не прошла. Раз никто не звонит, ничего не говорят, наверное, не прошла. Ну, а потом позвонили и сказали, что я прошла, и что мне надо уже через неделю вылетать на Кубу. Собирайте чемоданы. Да, а дома никто не знает. И мне Красницкий, вот декан наш факультета, говорит, так, едешь домой и говоришь. Я говорю, как я скажу? Он говорит, вот просто возьмешь и скажешь. Я говорю, хорошо, приехала и не знаю, как сказать. Такие мучения были, ужас. Стыдно было сказать, не знала, как сказать. Но потом все-таки набрала силы и дедушке сказала, говорю, Атя, вот так, мне надо уезжать вот так. Он говорит, надо собрать совет. Ну, хорошо, собрали за круглым столом совет. Каждый высказал свое мнение. Бабушка рыдала. Ну, каждый по-своему, говорили, нельзя ехать, девушка, нельзя отпускать. Ну, дедушка выслушал всех и сказал, так как я самый старший, мое слово будет самое веское, я уверен в своей внучке, я знаю, что она поедет и приедет. И повернулся ко мне и сказал, ты мне даешь слово, что ты вот какая сегодня, вот такая ты вернешься? Я говорю, конечно, я тебе даю слово. Ну, и он разрешил. Я представляю ваши эмоции. Да, и сбор чемоданов, и поехала в Москву в ТК-партии, там еще со мной беседовали. Ну, а потом, там тоже, кстати, в отделе международных отношений был мужчина, кавказец, можно сказать, он был осетин. И со мной беседовал он, их было несколько. И он своим вот этим всем сослуживцам говорит, я тоже с Кавказа, в ней можно быть уверенной, я знаю этот народ, не переживайте, она не подведет нашу страну. Он тоже за меня вот так сказал, у меня аж мороз по коже, думаю, как приятно. Он сказал, я осетин, я с Владикавказа. Я говорю, очень приятно, вот так. И, в общем, меня отправили. Полетела. Ну и как это все произошло? Первый, вот вы сходите с самолета. Схожу с самолета, смотрю на таблички, кто кого встречает. И один мальчик, молодой парень, бегает с моей табличкой, мое имя, фамилия. Ну, я подошла, он взял мои чемоданы, сказал, машина ждет в отель, и повез меня в отель. А я не могу говорить по-испански. Вот барьер языковой, да, я с ним говорю на английском. Я на английском говорю, не могу перейти на испанский язык, боже мой. Такой ужас. Зашла в отель, сразу включила телевизор, сижу, слушаю испанскую речь. И думаю, боже, почему я мне легко по-английски, почему не могу перейти на испанский? И на улице выходишь, там
хочешь и туда сходить, и сюда посмотреть, то все, и везде говорю по-английски. А потом сломался телевизор, ну что-то зациклило у меня телевизор. И я трубку поднимаю в отеле, и надо вызвать мастера, сказать, что телевизор что-то у меня барахлит. И вызвала по-английски все. Пришел мастер, и он говорит со мной по-испански. И я раз, и начала говорить, и все. Языковой барьер как бы пройден, и все. А потом уже все было легко. Ну вот что могу сказать... Другая страна, вот когда прилетаешь, вот другая планета. Для меня это было так. Все было другое, другой запах. Страна пахнет по-другому. Другие ощущения, все другое, люди. Там очень много китайцев, негров, мулатов, разные люди. Очень много рас, как бы, да? И все это такое разнообразие. Еще я приехала, и тут Новый год. Празднование. Но Новый год они так сильно не праздновали. А потом был карнавал. Боже мой, это такое чудо было. Я ходила на этот карнавал, смотрела на этих каросы, называются, да, где вот с украшениями. Каждый район Гаваны готовит свою вот это украшение, да, свою группу людей. Это так все красиво. Везде играют ансамбли, везде люди танцуют. От малых до столетних стариков все танцуют так красиво, то сальсу, то все вот эти танцы, ча-ча-ча, да. Смотришь, думаешь, боже мой, люди все такие счастливые. Ну, первое впечатление было такое. Ну, а потом же работа. И тут начинаются сложности. Да, сложности, конечно, потому что я поехала от Министерства зарубежных цветных металлов. Из Москвы. А там я приехала в министерство, у них называлось Эссиметаль, но это тоже как бы такое же, да, аналогичное. И на Кубе там строился большой, огромный, я бы сказала, никелевый комбинат. И очень много было сотрудников отсюда, с Норильска, потому что у нас Норильский никелевый комбинат есть. Очень много инженеров, специалистов было с Норильска. И там вообще были представители всех стран. И Франция, и Польша, Венгрия, ну разные, Италия, разные страны. Все, кто был содействован, кто-то работал с одними видами станков, кто-то с другими, поставщики разные, все. И вот собирается эта толпа людей. И там говорят по-итальянски, переводят на французский, с французского на португальский, на русский. Я должна перевести, я должна все это успеть. Это был такой ужас, первые эти переговоры. Я думала, боже мой, я умру. Но выжила. Причем переговоры, они идут, могут идти сутки. Ты не отдыхаешь. Абсолютно. Причем могут отдыхать те, которые представители этих стран, а ты переводчик, они когда там отдыхают, ты еще письменно должна успевать переводить записки, которые еще они посылают друг другу. Вообще нет на отдых времени. Ты работаешь 8 часов, 12 часов безостановочно. На то переговорах. Есть мы зря жалуемся. Да, то есть пока вот переговоры начались, допустим, да, в 9 часов утра, они пока не закончатся, они не прекращаются. Нет рабочего дня. Вся рабочая программа должна... И ты можешь работать сутки безостановочно. Это, конечно, сложно. И сложно было то, что там же термины технические. Там идут технические термины. И бывают такие ляпсусы, когда ты не знаешь, что вот этот станок называется лягушка. Для тебя лягушка – это животное лягушка. А это, оказывается, станок так называется, а ты его знаешь по-другому. И, в общем, такие ляпсусы тоже, конечно, бывали. Но тогда останавливалась и говорила так, прекращайте говорить по-китайски, давайте говорить на испанском. И они тоже старались тогда говорить более правильно, и это как бы не облегчало работу. Ну, вот так вот шли переговоры. Сколько это была работа? Работали? 2 года, 82-й, 83-й год. Я потом повторно оформлялась. В Ставрополе есть тоже международный, это отдел международных отношений. Мухина там была на тот момент, она меня оформляла второй раз, потому что оттуда пришел на меня запрос. Вообще они просили меня остаться. Они мне предлагали такую версию, что я останусь у них, они меня обучат на инженерное дело, и я буду представлять уже их страну в
Совете экономической взаимопомощи, потому что я хорошо знаю русский, английский, испанский, но мне не хватало технического образования. И они мне его давали. У них был университет общего профиля, и они говорили: вы заканчиваете, и мы вас оставляем. Но родители не дали на это добро, и я вернулась. Но потом повторно они сделали вызов, и я оформлялась. Но вышла замуж и осталась. И все. Ну, так вот, жизнь, судьба, наверное. Я представляю, какие были ощущения у вашего отца, когда он получил письмо. У него, наверное, первый страх был, что вы сейчас что там я... выйдете да. замуж. Найдете спутника жизни. Нет, я же обещала, что я приеду, как уехала. Я не могла так сделать. Но здесь вы вышли замуж уже по совету родителей, или все-таки у вас получилось познакомиться с самим и построить свою жизнь? Я, конечно, очень сильно извиняюсь, но хоть вкратце. Знаете, я со своим будущим мужем познакомилась, будучи студенткой первого курса. То есть еще в Петербурге? И вот 7 лет, я закончила тогда первый курс, перешла на второй. И просто случайно мы познакомились в Черкесске. Так получилось, мы шли с подругой, он шел с другом, а моя подружка, она знала хорошо вот этого друга, да, они вместе танцевали в ансамбле национальном. И они как-то стали разговаривать, и мы вдвоем стояли, ну и потом, как вас зовут, меня Фатима, а меня зовут Энвер. Ну вот так мы познакомились. И он, конечно, оказывал знаки внимания какие-то, он приезжал в Пятигорск там с конфетами, с виноградом, там. Девочки ждали там какие-то, да. Студенты всегда ждут таких вещей. Вот он приезжал, да, вот 7 лет как-то он так. Но я всегда говорила: нет, я за вас никогда не буду замуж. Но так получилось, что через 7 лет я вышла замуж за него. Судьба. Судьба. Все-таки он завоевал ваше да, сердце. Упорно. Реакция родителей? Наверное, все-таки была радость. Не знаю, как-то все было так смешано, наверное, потому что пришлось уезжать в Батуми, потому что он был, как бы, мать у него была аджарка, и жил он там, пришлось уезжать как бы туда, и родители все время мне говорили: приезжай обратно. Мы 3 года прожили в Батуми, тоже очень хороший город, очень было хорошо там, но по настоянию родителей вернулись обратно. Он вернулся тоже сюда, как со мной приехал сюда, и мы стали жить здесь. Вы уже в Черкесске обосновались? В Джигуте. В Джигуте. Да, потому что родственники его отца жили в Джигуте, и мы решили как бы ближе к ним. И как оно пошло? Ну, потом уже пошли дети. Становление на родной земле. Вы же и на Кубе, и там, и там. И там себя попробовали, и там попробовали, но все равно жизнь... Решила, да, что надо да, народить. Вы знаете, ну вот как вам сказать, я никогда не была до этого в Джигуте, и когда вот я вышла замуж и приехала в Джигуту, думала: боже мой, неужели я здесь буду жить? Боже мой, какой кошмар, неужели я буду жить на этой улице, боже мой. А потом пришлось, надо было где-то идти на работу куда-то, и мне муж говорит: вот здесь у нас есть школа, и там нужен преподаватель английского языка, может, ты будешь там работать. Угу. Я пошла в эту, я говорю: хорошо, я схожу в эту школу. Я иду, думаю: боже мой, где же здесь школа? Я же жду, что это вот какое-то высокое здание, там несколько этажей, я же иду, я смотрю, я иду, нигде ничего нет. А это, оказывается, одноэтажная, самая старая в Карачаево-Черкесии, кстати, школа, она 53-го года построения. В Усть-Джигуте. В Усть-Джигуте, да. Одноэтажное такое сталинское здание из камня. Ну, зашла туда с опаской. Ну, конечно, взяли меня на работу, и я там работала. Пока дети мои учились в школе, я тоже была при них. Я работала в школе и параллельно в институте в Карачаевске. То есть получалось совмещать? Да, совмещала. И там у меня была ставка, и здесь была ставка. 3 дня я была в школе, 3 дня я была в Карачаевске. И вот подрастают ваши детки. Да. И вы решаете, что со школой пора завершить. Ваши детки. Да. И вы ваши детки. Ваши детки. Вот
это ваши детки. Это ваши детки. Это ваши детки.
Был, я помню, такой случай, когда пришел парень с девушкой, и я сотруднице своей говорю, но они же не будут жить, они же абсолютно разные. Ну сколько он выдержит? Ну может полгода он выдержит, а может и нет. Ну что я ему могу? Я же ничего не могу сказать. Я зарегистрировала их брак. Потом он пришел буквально через 3 месяца расторгать брак. И я прям смеюсь, я ему говорю, слушай, я тебя ждала через полгода, ты пришел через 3 месяца. И он мне говорит, почему вы мне тогда не сказали? Прям со слезами на глазах. Я говорю, ну как я могла тебе это сказать? Но я видела в тот момент, что вы не пара. Он говорит, надо же было мне сказать. Я тогда ничего не понимал просто. А сейчас говорю, как ты так быстро все понял? Ну, семейная жизнь. Ежедневная, да, рутина. Угу. Сразу понимаешь, кто есть кто. Так что действительно это видно. Кто будет вместе, а кто нет. Расскажите о ваших родителях. Чем они занимались? Вот сколько любви они в вас вложили, что вы остаетесь таким открытым, светлым и позитивным человеком? Мама у меня была очень строгая. И сейчас она очень строгая. Она всегда работала на руководящих постах. И, видимо, вот это ее закалка коммунистическая. Вообще вот как-то... Я жила с дедушкой и бабушкой. Бабушка не имела образования. У нее было 3 класса образования. Но она была очень умной, природно умным человеком, интеллигентной такой, знаете, белокожая, кудрявые русые волосы длинные, зеленые глаза, такая красивая бабушка у меня была. Дедушка был ее учителем. Он на тот момент закончил Ростовский институт, и его прислали сюда работать в школе. Он был и директором, и учителем. И он вот собрал детей разных возрастов, чтобы ликвидировать безграмотность. И вот она была его ученицей. Ну, ей было лет 15, ему тогда 17. Потом они поженились. Вот дедушка был высокий, красивый такой, импозантный мужчина. Но... Поженились, и такая дружная семья, у них было 7 детей, один ребенок у них вот умер еще в детстве. Такая крепкая, хорошая семья. Дедушка всегда работал на руководящих должностях, был очень серьезный, принципиальный. И вот знаете, вот говорят коммунист, да, вот сейчас, наверное, это ругательное слово. Мне даже страшно его говорить. Но, знаете, до такой степени коммунист, до такой степени честный. Вот даже, например, когда ему предложили персональный автомобиль, ему было положено. Он отказался от этого, хотя он ходил с палочкой. После войны и ранения у него одна нога была короче другой на 14 сантиметров. Он очень тяжело ходил. Но он сказал, я же могу ходить. Я буду ездить на автобусе. Вот такой принцип был, знаете. То, что я могу, я должен делать сам. Мне не нужны никакие поблажки. Если мы там хотели что-то там вот по знакомству, по блату взять, он говорил, вы идите в магазин, берите там, где берут все. А та, что продукция у меня, она не для вас. Вот знаете, вот такой был человек. И всегда говорил нам только одно, что надо учиться и получать знания. Видимо, вот это педагогическое его тоже, да? Что он сначала он был педагог, потом он закончил кооперативный, работал в кооперации. Ну, в общем, вот к учебе любовь привил он. Вот такая была семья. Мы жили с дедушкой и бабушкой, с мамой. Мама работала, как я уже сказала, да, в магазине. Она тоже пошла по стопам вот кооперации, закончила в Ставрополе кооперативную техникум и работала в магазине. Сначала был это магазин «Домбай», большой магазин был на Комсомольце. Сейчас его уже нет. Большой коллектив, белые чепчики, белые халаты, каждый день глажка, стирка. И дедушка ей говорил, да, я хотел, чтобы ты одела белый халат, не этот. Но она, оказывается, я даже не знала, что она училась в медицинском. Но потом, когда водили в анатомичку или куда там, да, ей становилось каждый раз так плохо, что она не закончила медицинский этот вуз.
Ну, пошла в торговлю потом. Работала в торговле. Но вот папа у нас очень душевный человек. Это у него, наверное, от хубиевской стороны, я думаю. Вообще вот хубиевы, они очень такие литературно одаренные, очень такие в искусство вообще вкладывают. Вот он сам мне писал стихи. Он мне на ку писал стихи, я не знаю, поскольку куплетов. Вот он такой вообще человек, не знаю, вот одаренный, я бы сказала, да? Вот он очень мягкий человек, папа. С ним можно поговорить обо всем. И, наверное, вот эта мягкость, может быть, это все от него, я не знаю. Он это мне, наверное, привил. Очень добрый, открытый, улыбающийся, шутящий. Вот такой папа. Мама серьезная. С ней не пошутишь. Ну, мама, наверное, к девочкам серьезная. Ну да. А у нас все девочки. А, ну вот. Так уж получилось, что все девочки. Очень, мне кажется, дорого иметь сестричек. У меня два брата, и мне так не хватает сестры. Вот если бы у вас не было братьев, вы бы говорили, как жаль, что у меня нет брата. Брат – это очень большое дело, вы знаете. Да. Даже отец не сможет заменить брата. Брат – это великая вещь. Настоящий брат. Никто его не заменит. Никто. Как говорят, хоть планета людьми богата, но невозможно жить без брата. Вот есть какая-то такая фраза. Действительно, брат – это очень серьезно. Я очень люблю мальчиков вообще по жизни. И всегда дружила с мальчиками, и была такой пацанкой, и всегда играла с мальчиками. Девочки мне были неинтересны. И даже в институте, когда я училась, я дружила с мальчиками. Они мне рассказывали, какие девочки нравятся, что делились со мной. Вот, не знаю, мальчики мне больше нравятся. Ну вот, поэтому я сказала, что, скорее всего, мама строга к девочкам, потому что все женщины, они больше любят своих сыновей, братьев, а к девочкам они строже. Строго, ну так и положено, да. Фатима Зауровна, вы себе даже не представляете, насколько с вами приятно общаться. Ой, спасибо. Честно, без капли лести. Но, к сожалению, формат нашей программы и время уже нас душат, поэтому мне приходится сказать вам спасибо огромное еще раз. Спасибо вам. Мы не нарушаем нашу традицию. От нашего проекта вам на память фотосессия.